Константину Карловичу Гротте, который был вторым губернатором нашего замечательного региона. Давайте с вами посмотрим налево, запомним библиотеку. Самарская областная универсальная научная библиотека. Все видят? Как вы ее называете-то? Экскурсия по местам второго губернатора Самары Константина Гротте. Для школьников познавательная программа и путешествие по родному городу, по тем его уголкам, в которых дети бывали навряд ли. Мне интереснее увидеть мир вживую, чем написанный в книжке. Это намного интереснее и лучше для тебя. Больше познаешь, больше увидишь, больше получишь. Это же интересно, например, что... что ей было, и можно делать выводы, что будет, ну, так как история говорит, ну, по инерции движется и повторяется. Узнать на месте не из книги, а напрямую от экскурсовода. Вот что важно, говорит краевед Глеб Алексушин. Чтобы информация уложилась в голове, детям необходимы впечатления. Только так они запомнят и смогут рассказать другим, например, гостям нашего города. Чтобы создать некое духовно-эмоциональное пространство, связанное с Гроттом, чтобы оно осталось в памяти, ибо современный экскурсовод – это шоумен, а не лектор. Мне нужно, чтобы они это почувствовали, увидели, запечатлели. То есть история – мертвая наука, если она изучается по книжкам. Места Гротте – не единственная экскурсионная программа. Осенью возобновит свою работу школа экскурсоводов-волонтеров, в которой ребята учатся интересно и увлекательно рассказывать сверстникам об истории родного края. Также с сентября в самарских школах начнут преподавать самароведение для 5-6 классов. Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.